Есть чему поучиться и у своих, и о своих талантах рассказать. В Кыргызстане в эти дни проходит международный студенческий фестиваль «Новые имена». Приехали в Бишкеке казахстанские студенты. Бакы Чермашев расскажет. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. В этот раз география фестиваля представлена этими странами. Студенты учебных заведений, изучающих театральное искусство, встречаются уже 9-й год подряд. Кроме конкурсной программы, фестиваль наполнен мастер-классами известных актеров, которые рассказывают молодым людям о таинствах игры на сцене не только как педагоги, но уже почти как коллеги. Вот эти спектакли сейчас объединяют разные школы, национальные школы. Мы учимся друг у друга, новой технике. Молодые учатся у старших. Мы стараемся передать то, что у нас нажито опытом, своим студентам, а студенты, в свою очередь, общаясь между собой, взаимообогащаются. Казахстанцы покажут местным зрителям два полноценных спектакля. Это «Ночь воющего волка» и «Кармен». Причем студенты решили отойти от всемирно известного жанра оперы Жоржа Бизе и рассказать историю цыганки Кармен в собственной оригинальной постановке. Насколько удачной и вдохновляющей оказалась игра молодых актеров, решит жюри международного фестиваля, состоящая из известных театральных деятелей каждой из страны-участницы. Был спектакль «Кармен» — это яркая история о трагической любви. Наша постановка считается оригинальной из-за того, что автор решил рассказать о случившемся своим особенным языком. Мы показываем этот спектакль уже не в первый раз. На подобном фестивале в Москве мы ставили его на сцене ГИТИСа. Вместе с этим постараемся показать его и нашему казахстанскому зрителю. Победители международного студенческого фестиваля будут определены по нескольким номинациям, в том числе «Лучший спектакль», «Режиссура», «Драматургия» и даже «Критика». Среди актеров будут названы лучшие исполнители мужской и женской ролей, в том числе и второго плана. Не забыли организатора фестиваля и о мэтрах сцены. Для них учрежден приз «Наставник творческой молодежи». Бакы Чермашев, специально для 24KZ, Бишкек, Кыргызстан.